Темный вил города. На нашем митинге присутствуют должностные лица. Я, глава муниципального отдела Донской, Кабанова Татьяна Викторовна, со мной председатель Совета ветеранов Донского района Людмила Константиновна Комиссарова. Любовь Романова из управы, сейчас она решает технические вопросы для того, чтобы зажечь. Уважаемые ветераны, мы с вами сегодня собрались здесь, у этого памятника вечного огня. Для нас уже стала традицией, когда мы здесь возлагаем цветы воинам, которые отдали своей жизни за то, чтобы мы с вами сегодня могли жить, работать, растить наших детей, внуков. Я, пользуясь случаем, хочу сказать вам, уважаемые жители, огромные слова признательности и благодарности, потому что именно вы в тяжелые послевоенные годы поднимали нашу страну из руин. И жизнь каждого из вас заслуживает отдельного героического рассказа. Ту Москву, которую мы имеем сейчас, это благодаря заслуга многих и многих поколений, в том числе и наша с вами сегодня. Мы не остаемся равнодушными к благоустройству наших дворов, территорий, капитальному ремонту наших квартирных домов, к освещению наших дворов, территорий и так далее, и так далее. И с вашей помощью мы, конечно же, делаем наш город лучше и краше.